Выставка «Город света» является заключительным этапом сетевого образовательного проекта «Чудо света», который организовали и провели Дворец детского и юношеского творчества города Архангельска, Дворец детского и юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга, библиотеки номер 107 города Москвы. Проект «Чудо света» соединил три столицы – Москву, столицу нашей страны, столицу Поморья, город Архангельск, и культурную столицу нашей родины, город Санкт-Петербург. В рамках проекта учащимися творческих студий совместно с педагогами была проделана большая творческая работа. Они познакомились с архитектурой родного края, изучили основы графики и воздушной перспективы, написали исследования о понравившихся памятниках и в завершении изготовили бумажные фонарики, которые стали прекрасным украшением любого интерьера и экспонатами выставки «Город света». Проект «Чудо света» актуален тем, что дети проекта имели возможность ближе познакомиться с историей памятников архитектуры своего родного города, своей малой родины, и реализовать творческий потенциал, а педагоги – обменяться опытом и расширить социальные связи со своими коллегами из других городов. Стоит отметить, что сетевой образовательный проект «Чудо света» занял первое место в межрегиональном конкурсе сетевых образовательных проектов, проходившем в июне 2020 года. Фонарь в Петербурге больше, чем фонарь. Это источник света, арт-объект, определенная веха истории, символ прогресса и просвещения. Любой фонарь, даже карманный, символизирует победу света над тьмой, раздвигая рамки времени, отведенного для активной жизни человека. Более того, мы поняли, что какие бы бури ни бушевали вокруг, пока горит в Петербурге фонарь, есть надежда на то, что мы справимся со всеми невзгодами. Благодарим и учащихся, и педагогов за проделанную работу, вдохновение и творческий подход.